Бля, Макс, когда ты последний раз подрубал, у меня был ДР, я был наебененный. А, я понял. Но я сидел и смотрел твой стрим, пока не уснул. Нихуя себе. Ты, слушай, что-то вот мне, знаешь, когда про день рождения пишут, хоть бы раз написали, у меня был ДР, я с друзьями, я там, я так, я сяк, как мы от мусоров бегали, как мы телок, блядь, шамотры ебали. А что, пишут все, что один сидел грустный. У тебя все нормально в жизни, брат? У тебя все хорошо? Типа убить себя попытаться? Я сидел весь день. Ну, ты сидел дома, но не один. Ну да, я не стрим. Макс говорит, вы сейчас перед выбором каким-то только подключился, нихуя не знаю, что происходит. Я не, вот он... 10 уже. А, ну сейчас все будет. Тут последний какой-то муф я хотел сделать. Не, братан, у нас отлетел вариант с фильмом. Мы хотели посмотреть фильм, он у нас отлетает. Но мы его переносим на завтра, поэтому особого выбора никакого нет. И ты такой же. Да нет, я веселый. Анекдот. Возвращаться. О, рассказать анекдот про сбежавших черепах. Анекдот. Возвращаются с прогулки парень и девушка. Подходят к ее подъезду, начинают прощаться. Она его чмокнула в щеку, он ее в щеку. Она его в щечку, он ее тоже в щечку. Он думает, блин, надо когда-то и начинать. Бля, братан. Ничего, блядь, это не целый анекдот. Я уже к развязке. Думаю, какую щеку, какую щечку. А его нету, он просто наебал. А прикинь, если это реально, если это все, конец. Какую щеку, какую щечку, блядь. Да, такого анекдота не существует, походу. Ты себя-то видел? Так ты как тварь подрубаешь 3 часа ночи. Братан, грех за мной. Грешен, так признаю. Макс, расскажи про игру, которую вы делаете. А вон продолжение. Да я. Ой, братан, да я уже скоро и показать смогу кое-что, так что. Как будет хоть что-то впечатляющее, я обязательно продемонстрирую. Продолжение анекдота. А, есть продолжение? Да, вон достает свой. Так, ага, сейчас, секунду. Значит, начало еще раз, с середины. Так. А, не-не-не, где оно? Вот. Итак. Она его чмокнула в щечку, он ее в щечку. Она его в щечку, он ее тоже в щечку. Он думает, блин, надо когда-то и начинать. Секунду, листаю вниз. Достает свой член и кладет ей в руку. Она на член посмотрела, покраснела, побледнела и как зарет. Да пошел ты в жопу! И побежала к себе на 5-й этаж. Добегает, сотрясется, пытается достать ключи, слышит сзади себя сопение. Оборачивая... Ебать. Оборачивается, он стоит. А она ему: да что тебе надо, извращенец? Он ей: вот что я тебе скажу, девочка. Ты хуй-то мой, отпусти. Я не мог поверить, что такое говно. Я даже не смог прочитать нормально. Я все думал, что он будет просто продолжать анекдот до бесконечности, обрывая его. Да. До утра будем. Продолжение истории. Достает свой, продолжение в источнике. Разъебал. Бля. Ой, Макс, еще раз ты так пропадешь надолго, я нахуй за себя не отвечаю. Тебе говорит, ебало, то не железное, может и треснуть. Да, тут ты прав, не железное. Да ладно, не так уж надолго. Нормально. Нормально. Всего лишь на 19 дней. Не, если, блядь, у нас только потому с вами все хорошо, что я вам не успеваю не надоедать. А так все отлично. Чужие среди нас, триллер. Да прям, не, наоборот. Наоборот, ты наоборот, как Феникс из пепла. Что? Со своими приколами новыми. Последние месяцы. Бля, вот мир, конечно, нарисовал порнуху. Ну ничего, такая симпатичная девочка. Так, смотри. Так, ладно, я попиздил, наверное. Удачи вам достримить там, что вот это. Уже пошел? Ну да, наверное, да, получается. Давай, вот. давай. Да. Приятно, что, конечно, в час ночи все пришли посмотреть вот это 1300. Это ты, блин, это конечно, красивое число и вообще... Магическое. Магическое, да, притягивающее немножко. Вот, так что удачи вам в убегаче там, все, спасибо. Причем вы, блядь, смотрите, когда меня ебут, блядь. Все, у тебя. Подожди, а ты что, в нормасы катаешь? Это ранкет. Какой нахуй ранкет? А,
Коля, я тебя завтра жду на фильм, что там? Ну все, все, да, да, кстати, да, это официально, ну, завтра фильм. Если Максим не придет, то сам подрублю. Все, давайте. Ну да, давай. Да не, все, все, завтра фильм. А зачем ты слил этого хлыста? А, ну все, ты ему ебальник сломаешь. Слушай, а что ты не в Battleground, а что не в дуэли? Нравится Battleground. А давай я тебя научу играть в Battleground. Бля, он меня сейчас выебет. Не нравится мне Battleground. Нет, давай я тебя научу, тебе понравится. Да ну, дуэльки лучше просто. Я хотел тебе еще мелочи сыпануть, твои собачьи стринги. Да, братан, давай попозже. Ты как бы не убирай далеко. МБ говорит, кондитера, раз с фильмом не пошло. Слушайте, если Тимур согласен на кондитера, я запросто. Одну серию можем ебануть, почему бы нет, вместо фильма. Хорошая тема. Вы как? Ну, я вообще-то на самом деле не знаю. Ну, блядь, кондитер такая вещь, ну... А офай, блядь. Ого. Не, мне на самом деле... Нет, говорит, нет кондитеру. Го нет. Давайте сначала пригласим Тимура. Поздороваемся хотя бы. Ой, блядь, это же есть Дискорд. Так. Что-то я вам, блядь, запретное число раз показал эту картинку. Совершенно случайно. Должно было закончиться на одном показе. Предпоказе. Так. Так, сейчас, как добавить Тимура? Так. Они. Блять, я вспомню сон. Мне такой ёбнутый сон снился, сумасшедший. Дима, мне придется перезванивать в конфу новую. Окей. Так, перезваниваю. И Коле позвонили, ага. Случайно. Все, не звоню, отключил. Привет. О, бля, я понял, короче, недавно, что я забыл, как твой голос звучит. Да ладно. А-а-а. Ты забыл меня? Да, да. Ну, не тебя голос. А когда представлял, чей голос звучал? А вот знаешь, ты что-то... Вот когда у тебя типа амнезия, и ты пытаешься это вспомнить, у тебя такой, знаешь, размытый, такой непонятное что-то звучит. Вот, примерно такая хуйня. Как будто ты под наркозом в коме. Да. Я думаю, я начну такой типа. Мир говорит, бля, закажи что-нибудь, бабки нужны. Слушай, а почему? Вполне могу заказать у тебя комиссион или как это называется? Анекдот. Нашел мужик на улице пустую бутылку, потер ее, оттуда джин вылетает. Повезло тебе, дружище, загадывай любое желание. Мужик думал и наконец решился. Хочу, чтобы мне всегда в жизни везло, без проблем. И пропал. Идет мужик дальше, только два шага сделал, глядь, на подороге 100 баксов лежит. Смотрит напротив, буклерская контора. Заходит, ставит на лошадь 100к. Блять, он же 100 баксов нашел. 100 баксов, наверное. Та приходит первой, видит казино, заходит, ставит всю сумму на черное. Выиграл. Ставит весь выигрыш на красное, снова выигрывает. И так до поздней ночи, разорил все казино. Думает, гулять так гулять, в бордель хочу. Приходит в публичный дом, ему хозяйка говорит: вы у нас тысячный посетитель, все женщины и напитки бесплатно. Хочу индуску, без проблем. Сделал он дело, лежит с ней в постели, курит с дамой, разговаривает. Слушай, а что это у тебя за пятно на лбу? Не нравится оно мне? Давай я его сотру. Да, пожалуйста. Трет мужик, трет это пятно, и вдруг начинает дико хохотать. Ты чего, не поверишь? Только что машину выиграл. Лояль тебе. Тимур, забань, типа... Анекдот это такой извращенный юмор. Чем он хуже, тем он лучше. Да, да, что-то в этом есть. Слушай, глянь по спайкам, меня нормально слышно? Пишут, что я тихий. Слушай, теперь громкий. Ну-ка еще раз скажи. Раз, раз. Да, вас нормально, да, вас нормально слышно, да. Блядь. Диме понравился. Анекдот, блядь, про индуску. Да, да, чем хуже, тем лучше. Это правда, философия анекдотов. Че рассказать? Да не, про таксиста потом, это не к месту. Говорю, история интересная, но она будет не смешная. Ну ладно, так. Про сон какой-то. Сон какой-то галимый снился опять. Такой, который стыдно рассказывать, но... Но лучше рассказать, блядь, чем в себе держать такие вещи. Надо будет в следующий раз записывать. Ну ничего, все это придет к месту. Угу. Опять анекдот. Пацаны, вы серьезно? Может быть, все?
Остановитесь. Вот ты как считаешь, Тимур? Стоит нам одну серию кондитера пялить? Ну, я бы глянул сам. Да? Ну, слушайте, Тимур бы глянул. Я сегодня, короче, в кино пиздел шел. Я, так сказать, охуенно. А у вас открыто? Да, да, у нас открыто. Так охуенно в кино ходить, типа, заходишь — ноль, вообще никого. Я, типа, сидел в зале, человека 4 рядом со мной, ну, типа, в зале сидела. Это при том, что, типа, ну, кинотеатр в самом центре. Мне до сих пор трудно поверить. Как зарабатывают кинотеатры? Нужно снять в ТЦ огромную площадь, половину денег отдавать студии, которые ты фильм прокатываешь, это за билеты. Mm-hmm. И они реально живут на попкорне с колой. Блядь, слушай, ну, когда бедная индустрия. Типа... 0,5 колы, 140 рублей. Да похуй! Не, ну, хз. Не, если ты хочешь поддержать кинотеатры, потому что злиться и пиздеть на них, по-моему, не за что. По-моему, эти ребята работают и живут, блядь, вот знаешь, на последнем вздыхании уже. Ну, слушай, по-моему, что-то там сейчас собираются выделять в плане, чтобы они не подохли. Скоро... Тот, скоро... я входил, он короче, отдельным зданием стоит. Ну, типа, он такой... Скоро произойдет такая хуйня, короче, через год или пару лет. До этого студии не могли ставить свои кинотеатры. Было запрещено законом, чтобы, типа, вот есть этот Paramount, да, есть этот какой-нибудь Disney. Угу. Они могут только прокатывать в частных вот этих кинотеатрах и в своих, типа, не имеют права. Скоро, короче, эта поправка или закон, я не помню, что это, слетает. И кинотеатры будут, собственно, от самих студий. То есть кинотеатр не какой-то там, блядь, Краснодар, Красная площадь, IMAX, Киномакс, IMAX. Слушай, а, блядь, конкретно... Попахивает монополией. А конкретно? Ну, их тоже немало. Какая нахуй разница? Главное, чтобы они работали. Я кинотеатры достаточно уважаю, чтобы... Да, я, короче, ходил на «Сияние» Кубрика. Вообще другая хуйня. Ну, типа, то, как ты смотришь его дома, и то, как ты смотришь его в кинотеатре, ну, вообще не одно и то же. Не-не. А это и называется по-разному. Типа, блядь, как это называется? Большое кино или как это там большое? Ну, короче говоря, огромная разница, когда фильм снят для большого экрана и для домашнего просмотра. Ну, типа, да, трансформеров, да, с компа смотреть нужно быть отбитым, блядь. А какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь переделку «Идеальных незнакомцев», какой-нибудь камерный фильм, это как раз-таки дома под одеялом, блядь, от души. Не, ну в целом да, но все равно, знаешь, типа звук пиздатый, картинка большая, там, типа. Мир, давай, спокойной ночи. А если еще и кинотеатр нормальный, то там не бухущих долбоебов, там не кого-то жрущего говно какое-то на заднем фоне. Пацаны, якут забудет. Ну, слушай, в кинотеатрах, да, если попадается необразованный народ, вот это сложно, блядь. Я короче, начал этот. Во второго Якузу играть, а такой он жирный, прям, знаешь, он такой, прям с мясом. Это ты про что? Про Якузу Кивами 2. Я думал, ты про Маджиму или Кирю. Что он жирный. Нет, там типа, стал. В плане того, что там, знаешь, ты прям все насыщенно. Ты идешь, короче, по городу и прям, типа, ну как вот гейминг вот это. Я уже оттуда нарезочки видел с новой части, что там тоже приколы продолжаются, не останавливаются. Да. А, походу, хорошая часть. Даже в январе выйдет официальный русский, типа, этот, субтитры. Вы думаете, в кинотеатрах много эта реклама стоит? У нас вообще в кинотеатрах местечковая реклама. Типа ты приходишь на фильм «Мстители», а тебе запускают в 144p, блядь, рекламу этот, «Зенден» или это, «Сангистиль». Или, блядь, начинается какая-то хуйня про шифер, ламинат, кровельные, блядь, работы. Куплю волосы, дорого. Да, да, типа того, вообще, понял? Типа вот за 500 рублей вообще пиздец. Не, слушай, у нас, типа, дорогая довольно-таки реклама. Там, типа, BMW, Mercedes всякие рекламятся. Там, типа, ну, мне кажется, там... Особенно если там какую-нибудь Каро рекламируешь, мне кажется, там довольно-таки это затратно. Ну ладно, здесь я спорить не могу, я как бы не знаю этих расценок, но все равно... Угу. Так, я еще какую-то мы тему затронули, я хотел сказать. А, видел «Горячо в Владивостоке»? Да видел, но меня сильно это не удивило. Дело в том, что и в Новороссийске, как ни удивительно, такая хуйня тоже происходит. Я во Владивостоке помню, там это называется тайфуны, а здесь нордосты. Суть в том, что когда там с океанов, а здесь с моря, ветер дует в мороз, и на домах, на машинах, на всех улицах появляется корка из льда, несколько сантиметровая такая, тяжелая. Это, ну... виданная хуйня уже. Это, типа, не первый раз случается в жизни.
А, прикольная тема, ты типа открываешь окно, и у тебя там будто второе стекло, типа такое. Такое может быть. Да, нормально тема. Дима, ты выигрываешь? Угу. Нет. Нет, не идет. А почему он тебе говорит потрясающе, потрясающе? Он тебя троллирует? Нет, это у врага говорит. А. Херинг, сон тоже, вот прикинь, типа, запах сна помню, как он пахнет, напёрышно там было, а суть сна вообще не... надо вспоминать. Сделай музыку погромче, да ты гонишь. Чё говоришь? Мне иногда приснилось, что я, короче, летаю. Но я при этом, короче, был инвалидом. Типа, у меня одна рука была всего, но я, типа, летал все равно. Я так одной размахивал охуенно. Все такие смотрят, думают, ебать, молодец, инвалид, но летает. С одной рукой, но летает. Слышь, это какой-то, это многозначительный сон. Возможно, ты станешь, возможно, ты станешь одноруким летуном. Возможно. Бля, я не хочу так проснуться, если честно. Да. Тип говорит, анекдот последний. Да это, братан, ну это бородатый анекдот. Да. Его, по-моему, еще на ТНТ когда-то рассказывали. В этот, Трахтенберг его, по-моему, травил. Ой, обнови свою музыку в ВК. Так у меня ВК, как я буду обновлять? Я там не сижу. ВК и музыка, конечно, уже четырехлетняя. Это Spotify играет или ВК? Spotify играет, но меня Spotify тоже наебывает. Я постоянно включаю радио новое, а там одни и те же треки, короче. Он какой-то выбрал паттерн, по которому мне предлагать жанры, и у меня по кругу, я в колесе сансары с музыкой. Ну вообще, там, если не очень популярно что-то слушаешь, то он, да, как-то у него не только прям охуенно здорово. Точно, будет. Кондитера, давайте запускаем, короче, кондитера. Оторвался. Кондитер смотреть онлайн. Так. Так, четвертый сезон. Ты хочешь сказать, что Дима просто так тут сидит, мучается в Хардстоуне? Я думал, он Battleground играет. Так, мы смотрели Краснодарский край. Я, кстати, вот, я что вспомнил-то, почему про кино рассказывал. Я шел и увидел рекламу. Там вот этот вот чел, который главный в кондитере, ага. Он будет соревноваться с каким-то другим поваром, типа там битва шефов, как это называется. Это уже на пятнице будет идти. Это все проплаченная хуйня, они там поделили, блядь, кто победит, чьи бабки. Не, ну может они там будут, знаешь, типа у них тоже пиздюки будут, он будет такой... Кто это? Срой, корж, срой, блядь, корж. Но он так не делает, но может быть, может быть. Так, надо еще будет не забыть рассказать текст про Head and Shoulders. Получается, что кампания еще не закончена. Так, ребят, я вижу, что вы не все довольны кондитером, но я вас хочу расстроить, у нас просто больше ничего нет. Якудзу точно нет, времени не получится выделить на Якудзу. Фильмы договорились с Колей завтра. Мы типа либо Якудза, либо офаемся. Тут я не знаю, тут... Либо кондитер. Чё? Я, наверное, пойду, мне что-то как-то грустно, пиздец. А что ты, блядь? Дима, а что случилось? Я не знаю, мне как-то... Ты, кстати, я тебе хотел бы сказать, что вот эта хуйня Хардстоун, это хуже, чем Дрампир, хуже, чем это, чем Суккуб, чем Баба Суккуб. Столько, блядь, жизненной энергии вытягивает. Или ты не из-за Хардстоуна? Не, я так просто. Ты просто пригрустил? Угу. Тип говорит, ха-ха-ха, грусти, хохол, грусти. Ну смотри, ну давай, братан. Давайте завтра. Посиди, посмотри что-нибудь там, расслабься. Хорошо, все. Давай, беги. Подлую писю попу, давайте. Давай. Все, вот мы вдвоем остались. Ой, да, кстати, я отойду на секундочку. Да вы охуели, меня все кинули. Ну слушай, ну останешься наедине с чатиком хотя бы. Ну давай. Ой, короткий, ребят, короткие 7 секунд. Мы и я, вы и ты. Да, говорит, на завтра все оставим. Бля, я не знаю, почему многие так пишут. Я бы и сразу отвечал, типа, нет, пацаны, смотрим. Но я как будто бы разделяю ваше настроение по этому поводу. Угу. Ну, раз так, говорит, то снова анекдот. Давай сюда. Макс, мне туда дойти нужно. Ну, так, пожалуйста, ждем.
Макс, хотел тут найти ту, блядь, Збонга, которая ревела. А ты что думаешь, она там каждый вечер этим занимается? Понятия не имею, как их искать. Понятия не имею. Но на сайт этот зайдите. Ой, ой, столько жизненного опыта полутаете. Наберетесь. Так, а ну-ка, мем по кондитеру сюда давай. Мем по кондитеру есть? Ну-ка сюда. Оп, оп, откроем. Блядь, с пробелами опять. Ну ничего. Ой. Не, конечно, за 19 дней копилось, что я хотел сказать. Но оно забывается прямо на следующий день. Я говорю, как с чистого листа. Угу, угу. Не-не, какой сайт, повтори. Бонга Камс, какой? Ты что? Блядь, я сейчас походу 7-летнему говорил про сайт с порнухой. Как это не знать, Бонга Камс? Так, давай-ка. Давай-ка анекдот, да? Ну давай. Муж уезжает в длительную командировку и прощается с женой. Не могу оставить тебя на такой длительный период без секса, поэтому в секс-шопе купил тебе робота-пенетратора. Жена, да как ты... Давай. Жена, да как ты мог подумать? Да я никогда ни с кем... Да я никогда ни с кем тебя не изменю, даже с роботом. Муж, ну, как знаешь. Если вдруг передумаешь, просто крикни: «Лёлик, ко мне!» И он все сделает. Блять, бред, это в натуре анекдоты из этих самых, из сборника советского. Муж уезжает, проходит 2 недели, жене на глаза все время попадается «Лёлик». Большими буквами, блядь, пишет капсом «Лёлик». Жена думает: жалко, конечно, денег потраченных на «Лёлика». Может попробовать? Чего даром стоит? Жена решается: «Лёлик, ко мне!» Погоди-ка, а где продолжение? Сейчас, секунду. Я начал читать продолжение, думал, того типа читаю. Я сегодня с кунчиком посрался из-за хуйни, Таники пишет. С каким, блядь, кунчиком? Ты что несешь? Посрался. Тип с кунчиком посрался из-за хуйни. ЛГБТ плюс стрим. Плюс стрим, это точно. Так, 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 хорошо. Егорка историю написал. Так, Лёлик включается. 8 часов безумного, беспрерывного секса. Ее покидают силы, но одна проблема. Жена не знает, как его выключить. Изнеможенная подползает к окну. Выглядывает и видит во дворе дворника Михалыча, который подметает двор. Жена: Михалыч, есть дело на бутылку. Крикни: Лёлик, ко мне. Михалыч, недолго думая: Лёлик, ко мне. Прошло 1.5 месяца, муж возвращается из командировки. Во дворе куча мусора. В доме выбиты стекла. Людей на улице не видно. Из-за угла появляется Михалыч с винтовкой вместо метлы. Небритый, с красными глазами, на заднице порваны штаны. Муж: Михалыч, а что произошло? Где все? Михалыч: тихо, блять. Я не знаю, где все, но Лёлик где-то рядом. Ну слушай, неплохо на самом деле. На самом деле неплохо. Если представить. Я глянул корейский фильм по этой хуйне. По Лёлику? Да, типа страшилку, знаешь. Слушай, ну да, страшилка. Слушай, неплохо. Вообще было похоже больше не на анекдот, а на статью из SCP Foundation. Лёлик, да-да-да. 69. SCP-69, точно. 69, найс. Так. Типа мужика робот выебал. Конечно, Максим, ты как величайший сновидец. Расскажи, что значит, если я младенцам шею ломаю. Братан, нужно прекратить. Я надеюсь, это тебе снится все же. Засыпай. Просыпайся. Да, да. Блядь, не знаю, слушай, если такая хуйня снится. Угу. А, сейчас, погоди, по-моему, вспоминаю, о чем мне снилось. А ну-ка, ну-ка. Короче, понял. Какую-то хрень. Бля, сейчас как тебе скажу. Короче, прикинь. Такой запил. Начинается картина отсюда. Значит, гараж обломанный, обрушенный. На нем, короче, крыша сломана. Я лежу на полу. Надо мной какие-то балки. Летает пыль. У гаража чуть-чуть приоткрыта дверь. Так что я вижу улицу. Вот щель улицы. На улице, короче, происходит какой-то пиздец. Типа там туман, как в фильме «Мгла». Там вот, знаете, какая-то идет потасовка. Какая-то муть, какая-то движуха, какая-то возня. Все так бегают. Не как Silent Hill, скорее как «Война миров Z». То есть крики, блядь, громко, что-то туда-сюда, кто-то бегает. Я лежу, короче, в этом, блядь, гараже, высматриваю туда, смотрю на улицу, думаю, бля, пиздец, типа как у Стивена Кинга все началось, Стивена. Все началось, думаю, все, пиздец, конец света. Вдалеке люди бегают, умирают, я думаю, спасти никого не могу, сам в безопасности. И тут передо мной ползет
Кто-то ползет на карачках прямо возле этого гаража. Я думаю, так, блядь, кто это, думаю? Надо спасти этого человека. Хватаю, короче, хватаю за ногу и затягиваю себе в гараж. Затягиваю в гараж, смотрю, это тёлка. А тема такая, знаете, пацаны, ну, временами настает такая хуйня, вы как бы пацаны, вы все меня поймете. Временами такая хуйня настает. Вот постоянно снится, ебля. Вот ничего не делаешь, вот не знаю, вот знаете, вот, то ли, вот знаете, ну, знаете, ну, давно... ничего не делается, а, блядь, вот хуйня начинает сниться, ну, бывает, да, я, короче, в шоке, в поту, в ужасе, весь в пыли, в этом гараже затягиваю туда тёлку, ну, я сначала не понимаю, за ногу затягиваю, смотрю тёлку, и тут я понимаю, что страшное в этом фильме не снаружи гаража, страшное в этом, блядь, не в фильме, а во сне. Я в гараже, поднимаюсь, короче, у меня перед глазами какие-то жопы мелькают, знаете, как у сумасшедшего, блядь, какого-то маньяка. Я начинаю снимать штаны, нахуй, расстегивать и орать на эту тёлку. Чё, блядь, ебаться будем, короче, и начал её заламывать и проснулся в этот момент. У меня просто во сне накатило, говорю, сначала как у Стивена Кинга, а потом, как только тёлку увидел, у меня сразу какие-то флешбеки в голове. В голове просто на каждый глаз по огромной жопе мерещится. Я думаю, ну давай, давай. Начинаю штаны расстегивать. Она кричит, в ахуе в угол забилась. Но до дела не дошло, я проснулся раньше. И, да. Если честно, эта хрень ну, надоедает. Я из-за этого не могу нормальные сны смотреть, интересные. Шизофрения. Жутковато, да. Это не я однорукий летающий. Хотя это тоже, может, какая-то аллегория на еблю. Однорукий, типа, вполне. Ну, летаю. Вполне. Ой, все мои волки делают ау. Ауф! Угу. Прости, ты показал все новые арты на стриме с группы ВК? Нет, не показывал. Ты знаешь, вообще-то там в ВК столько накопилось, блядь, что надо это все поднимать. Так, еще и тут видосов несколько. Сейчас, подождите, сейчас их я открою быстренько. Сейчас посмотрим. Ох, сюда давай иди. Угу. Да, может, можете тоже этот резиновую подругу. Ёлика, но женщину. Не поможет, мне кажется, это усугубит. Да, это все, сейчас зима наступила, холода вдарили, сейчас это отойдет тема. Сейчас меня охладит. Странно, обычно у всех такая хуйня по весне начинает. Ну, чуть-чуть меня притормозило, но ничего. Какой-то ферзь. Ага, какой-то ферзь, так, давайте начнем отсюда. Так, вам все видно? Я убрал ковер, да, видели, какую заглушку поставил? Не знаю, почему, мне кажется, ковер слишком какой-то бэдтрипный. Все эти узоры, эти паттерны, блядь, как это называется? Подожди, это не из приложухи той? Не-не, просто картинку 4К космос, просто чтобы хотя бы было смотреть легко. Потому что я сам на этот ковер смотрю, у меня галлюцинации начинаются. Эти фракталы, блядь, на нем. Так. Бля, тяжело, но понятно. 38 секунд, тяжело, но понятно. В принципе, фух. Нормально. Фух, посмотрели. Фух, да, ну это про кондитера. Так, сюда. Бля, я не удержался, киберпанк заказал. Да ладно. А еще говорят пацаны про эти, про... как это называется, про приставки, да? Слушай, у меня за жизнь никогда не было, у меня теперь такая дилемма стоит. В принципе, если сойти с ума и раскошелиться, то я бы не против взять Xbox. У них вроде вот эта вот подписка вкусная, недорогая, потому что на пятый PlayStation по 5 рублей игры. Братан, ты понимаешь, чтобы посидеть вечер, скоротать в ремастер, блядь, Demon's Souls, тебе нужно выложить 55 тысяч. Ну, типа, да, понимаю. Слушай, это сумасшествие, блядь! У меня в голове такая, типа, ну, схема. Ты как бы берешь этот
PlayStation, ну, чисто ради парочки эксклюзивов, там, раз в год, там, одна-две игры. А для игр нормальных оформленных у тебя там пикушка. Хочешь там к ней, там, подключил что-нибудь? Ну, я смотрю, ты сын депутата. Слушай, ну, не знаю. Не, слушай, даже Киберпанк на 1060 должен идти вроде нормально. У них в рекомендациях стоит 1060. Ты тебе напиздели. Не знаю, не знаю. Не знаю ни по поводу Xbox, ни PlayStation. А может быть, четвертую купить, да? То есть, а почему нет, блядь? Может быть, четвертую просто купить. Какой нахуй Киберпанк? Вообще, в идеале нужно просто реально брать вместо этих приставок, если у тебя есть, блядь, дома телевизор, нужно просто взять второй комп. Это будет в два раза дешевле и по функционалу в четыре раза лучше. Второй комп намного лучше. Просто как бы я могу еще въебываться тем, что типа такой, ой, ну мне мощная видюха еще как бы для работы нужна, там, какую-нибудь такую хуйню, как-нибудь на это откапливать, так что, типа, не знаю. По-моему, ПК самая комфортная хуйня из возможных. Работа, про работу звучит слабо. Посмотрим. Какой-то ферзь пришел, что-то доебаться решил. Андрей, здорово, братан. Ну, неплохо. Слушай, когда это ж Кивами называется, последняя часть, да? Кивами 2. Кивами 2. Блин. А подожди, последняя часть какая? В смысле, которая вышла недавно? Не знаю, я не знаю, по какой я видел нарезки, но там вообще next gen, блядь, очень хорошо. А, ну ты, скорее всего, видел этот, Like a Dragon. Возможно, возможно. Блин, молодцы, да. Якудза вообще шикарно. Да, кстати, причем она вроде сейчас продается пока что не очень хорошо. Ты можешь взять PS5, там подписка, которая типа дает все эксклюзивы с PS4, все всякие Battlefield и так далее, погугли, короче, блядь. Да я не знаю, я не уверен, что мне эта хрень нужна. Я вообще в игры играл последний раз, я играю в телефонную говно все. Я не знаю. Возьми какую-то от Android приставку. Я бы лучше, да, Android приставку взял и новый телефон, а то мой это вообще уже, блядь, позоруха. Не понтануться, ничего не, да, не это самое, не пощеголять с ним на выкате. Говно. Так. Руби весь сервер. Так, так, так. Ты, говорит, не играешь в игры. В натуре. Согласен. Я хочу, но не играю. Раньше на PS выходило много японских дрочильник. Я вот про это и говорю, блядь. Раньше PlayStation это была сугубо японская приставка, на которой вообще на второй плойке, блядь, и на первой все игры были просто вверх гениальности. Это были произведения искусства. А сейчас я смотрю, сейчас я смотрю на этой PlayStation 5, на презентацию выходят какие-то ёбла, блядь, европеоидные. Как я думаю, а кто ты, а где мои любимые Ямамото Якири, Ташигава Ташото, блядь, или как их там? Ну, Тояма-то Канава. Да, да, Тояма-то Канава, то какие-то... Нет, мне типа совсем не стало неинтересно. Где все японцы, где вся японщина? Так, давайте-ка. Хотел я сейчас... А, дайте-ка я вам один тикток покажу, у нас раз на эту тему зашло. Я отсортирую, Так, стоп, блядь, я почему-то не залогинен. Сейчас, секунду. Я их отсортирую, покажу вам все. Их, я вам говорю, больше 40 десятков, это точно. Я там так дохуя нашел. Надеюсь, вы не смотрите тиктоки, и для вас это уже не будет запревшим говном каким-то запотевшим. Что это будет все заново, по-новому. Так, обязательно все покажу. Сейчас у нас зашла речь про того типа, который все хорошо, все хорошо. Кто не смотрел его тикток, я хотя бы покажу вот этот вот, который он выпустил... То ли следующим после того, которого мы смотрели. Мы просто пару раз заходили проверять, есть ли продолжение. Которое все хорошо, все хорошо. Все хорошо, да, которое все хорошо. Мы выходили проверять, если... Заходили проверять, есть ли продолжение, не находили, а сейчас их там много. Сейчас, подождите, я пытаюсь найти, вы пока посмотрите вот этот вот. Блять. Ужас. Это, блядь, американский Зипуля. Бля, я не могу найти. Тихо.
Их так дохуя в залайканных, пацаны, я не могу найти ТикТок, все хорошо, все хорошо. Сейчас, еще секунду. Чего? А он не гуглится, как все хорошо, все хорошо. Ну, наверное, гуглится, но что-то мне. Что-то я подозреваю, что это будет через жопу. Сегодня Якудза вряд ли уже. Да ну да, ребят, Якудза. Да ты успеем. Успеем. Якудза никуда не денется. Бля, ну что такое, блядь? Хотел быстренько показать, все хорошо, и тут вот такая подстава. Ну сейчас еще тогда. Дайте мне 5 секунд, пожалуйста. Не ругайтесь на меня. Сейчас я найду. Возможно, я пропустил его. Возможно, я его пропустил. Да, сука. Тимур, расскажи пока что-нибудь. Мне нужно тут вот быстро разобраться. Да у меня тоже здесь нихуя не происходит. Сижу, моделю, стримлю. Типа, одно говно. Как получается? Да хорошо вроде, знаешь. Типа, этот, я сегодня скидывал на проверку, типа, по курсу. Мне, походу, скинули тот ТикТок. Подожди. Да ладно. Да, сейчас я гляну. Там, где он накрыл стол ему. Ну, мне скинули его этот, страницу. Страница сойдет. Да, сейчас я скину. Ну вот, так я скинул вот этот на проверку, мне говорят, прям хорошая работа. Слушай, да ладно. Молодец, а слушай, а ты платишь за это обучение? Ну, заплатил, да. А наивный мальчик, блядь. Не, слушай, ну они-то, как бы я заплатил за доступ, а не для того, чтобы мне хвалили. А тебе первый день живет. Ах ты мой золотой ты. Святая простота. Ну иди туда. Я молодец. И талантливый. Нет, ты там талантливый молодец, да. Это бесспорно. Сука такая. Вот сука, мамаша, да? А, нашел, наконец-то. Все, блядь. Ну ничего, я обезьянок люблю. Я ее не виню в ее поведении. Это хороший. Ты хорошо ужин с любимым. А, это еще старый вариант, он потом обрезал, это не так далеко начиналось, но все равно нормально. Бля, ну как вы, блядь? Ну что тут делать-то? Все хорошо, все хорошо. Ну, блин, надоел, как мне, а? Все хорошо, все хорошо. Бляха, муха, ты что, дурак? Ну, блядь. Все хорошо, все хорошо. Молодец. Чирс. Блядь, что с тобой делать-то? Ёбнуть тебя, все хорошо. Ёбнуть тебя, говорит, что ли? Все хорошо, все хорошо. Что с тобой делать-то? А, тут он с другой стороны обрезал, блядь. Там второй, он намного дольше, где он переворачивает стол. Короче, блядь, нашел ТикТок, пацаны. Тот, да не тот, нахуй. Как, все как обычно, через жопу. Но, конечно, контент по большей части делает не этот парень со все хорошо, а этот, блядь, охранник, который выходит такой, блядь. Что с тобой делать? Ёбнуть тебя, что ли? Блядь! Слушай, а как бы ты отреагировал, если к тебе приходит мужик, просто постоянно стучит в дверь и такой... Прикинь, каждый день ты выходишь на смену, это хуйло приходит и исполняет. Да он твое расписание откуда-то узнал, вычислил. Все хорошо, все хорошо. Ну, блин, надоёт, как мне, а? Все хорошо, все хорошо. Бля, так. О, бля, ну, смотри. Схватило, сука. Злиться. Мне нравится, что у них, типа, что у него расцветает, как бы, ну, у него там, типа, сначала он просто полит, там, ну, может, потом еще что-нибудь интереснее, какие-то отношения там. Да, у них какая-то драматургия есть в этом всем, у них какие-то отношения развиваются, это все интересно. Когда-нибудь они поссорятся, будут искать других себе чуваков, потом поймут, что все-таки не могут без друг без друга. Да. Как в той пасте, когда тип, когда приходил в магазин, постоянно спрашивал в аптеку. Макс, там девка на превью в Ютубе во рту держит мужика. Гадца! Не можешь посмотреть данное видео. Тебе жалко? Подожди. Это ферзь. Слава роду славянскому, берсерка МВ. В натуре это гадство внутри.
про голову видос включи. За бугром куют топоры, буйные головы сечь, но и народ сам кочугой звенит русская речь. Сейчас гляну. Липсинг нахуя. Слушай, я слушаю эту песню, мы прямо обидимся с вами. Что-то там точится, подрочится. Какая воодушевляющая нацистическая фашистская песня. Прекрасная. Небо славян, ёб твою мать. Кому в башку могло прийти, пацаны? Если чё, вот ссылка на МВ хорошая. Семя Орды, блядь. Как вообще? Да ну-ка. Как ты семя можешь точить? Это типа как река, а ты камень? Вот чё, вот... У меня не спрашивай. Для меня точит семя Орды абсолютно какие-то, знаешь, извращенские какие-то сексуальные, да, какие-то, да, да, какие-то эти самые ассоциации вызывает. Что значит точит семя Орды? Я так и представляю тугую струю семени ордынского. Да, как-то. Будто у них там, типа, знаешь, очень напряженные сексуальные отношения. Да, да. Они не принимают друг друга. Ужас. Так, чек снимем. Пацаны, мы, короче, со всеми этими мемами, тиктоками этими говнистыми, мы до этого, до кондитера, хотел сказать, до якузы, до кондитера не доберемся. Так, пытаюсь включить. Да твою мать, а. Бля, с чатом, блядь, с чатом, конечно, беда. Они уменьшили дилей. Да. Я даже, да. Когда смотрю ролики, которые ты включаешь тут, типа даже задержки особо нет. Ну, типа секунд 5 где-то. Это шикарно, это прекрасно. Я верил в то, что они меняются к лучшему. Походу им на лигу бюджеты выделяют, и они кодеров заставляют пахать, блядь. И вот, потому что все улучшения, помните, мы были на какой? На третьей? Как мы вообще, блядь, через, сука, костыли какие-то пытались смотреть все это дело. И как теперь? Ну, посмотрим. Может быть, они все-таки до них дойдет, что самое главное — это автоскролл чата. Может быть, все-таки они завезут это дело. Очень хочется. Я думал, ты скажешь «люди». Люди. Самое главное — это люди. Очень хочется. «Кондитер», 14 сезон, 88 серия. Ну, и тут как бы этот самый... Там торт из семени Орды. Нет. Надо растопить за 10 минут. Это четвертый сезон самого... На кону титул лучшего народного кондитера страны. Только один счастливчик... Привет. Блядь, братан, тоже знаешь... А сколько лет назад это было? Привет. 10 лет назад. Да, сейчас уже, конечно, да, сейчас, конечно, уже ощущается как протухшее. Как уже не тот. И YouTube уже не тот. Это, знаете, пройденный нами этап этого юмора, этих шуток, этих видосов. Было и прошло. Хорошо. А вы на каком Realme с Димой Вов играете? Слушай, ну там же кросс-сервер. Я перешел на Гордуне с Борейской Тундры. Я буду играть, но я не знаю сколько. Насколько меня хватит? Может быть, месяц. Ну так, покатывать. Все равно долго не могу там. Гост на 55. Ой, только не 55x55. Нет, еще не вышло. По-моему, через неделю где-то будет. Не, ну там уже как бы можно и все дела, только осторожно, но это все хуйня, пока не вышел сам этот аддон. Понятно. Угу. Голокрунд. Да! Вы что гоните, это же кросс-сервер, там вообще похуй какой сервер. Угу. Долго стрим идет? Слушай, ну... 2 часа уже идет. Да вот в этом-то и проблема. Что? Причем даже не мой аккаунт тегнул, моего клона. А, да, через ноль, о, не рисе. Даже не через собаку.